Привет! Сегодня мы поговорим о крутейшей новинке, которая используется либо в космоцевтике, есть еще в премиальном сегменте, но это профессиональный уход. Появится серия с пептидами. Новое слово, современное слово в косметологии по борьбе с процессами старения. Для кого? И что это такое? Пептиды – это мельчайшие белковые молекулы, также состоящие из цепочки аминокислот, как и просто белковые молекулы, просто они очень маленьких размеров. И все наши клетки кожи, они состоят из этих пептидов, и клетки коллагена, да, молекулы коллагена и эластина тоже состоят из пептидов. И когда в силу возраста или нездорового образа жизни волокна коллагена разрушаются, они распадаются на пептиды. И когда количество пептидов, да, в нашей коже возрастает, это сигнал для того, чтобы организм стал вырабатывать больше собственного коллагена. Именно поэтому пептиды являются прежде всего сигнальными молекулами. То есть их можно сравнить с будильником для нашей кожи. Когда она забывает проснуться, встрепенуться и обновиться сама, на помощь приходят пептиды. Но, как вы понимаете, да, забыли завести будильник, сигнала нет, проспали, не проснулись. Так и пептиды, для того, чтобы они давали вот этот антивозрастной эффект, то есть чтобы они стимулировали наши клетки на обновление, на выработку коллагена и эластина, нужно, чтобы они поступали в кожу постоянно, на регулярной основе, утром и вечером. Именно поэтому у нас есть интересное предложение. Это недельный курс, да, вот так вот он выглядит. И одна ампула служит вам дважды в течение дня, утром и вечером. Здесь есть очень интересная манжета, вот так она выглядит. Вы засовываете ампулу до самой, не боясь, прям с усилием, и колпачок, верхушечка остренькая, остается вот здесь, в этой части. Вы получаете открытую аккуратно ампулку, которую закрываете вот этой пластиковой частью. В пластиковой части у вас есть колпачок, и когда вам нужно часть налить, да, вы открываете колпачок и наливаете себе в руку половинку ампулы для того, чтобы использовать ее утром. Вторая половинка, да, и убираете ампулу, ну, можно в холодильник или в темное прохладное место. Вечером вы используете вторую часть. И задачи, прежде всего, которые решают пептиды, это улучшение тонуса и упругости кожи. Поэтому, если это ваша стратегическая задача, то вы можете усилить свой комплексный уход, например, Ultimate Lift, при помощи вот такого шикарного продукта. Но, как я уже сказала, пептиды работают постепенно. Они должны накапливаться, их сигнал должен быть постоянным. Но их эффект не так заметен, как, например, от того же витамина С или даже от ретинола. Эффект постепенный, постоянный, ваша кожа просто замирает в одном, да, как бы в одной паре или становится более упругой, но это незаметные вот так вот явно изменения. Для того, чтобы сохранить вашу мотивацию и усилить ваше желание быть молодыми как можно дольше, мы добавили еще один очень интересный компонент. Это комплекс тензоров, комплекс Tensor Mesh Active, тензоры, полученные из овса. Это вещества, которые образуют на коже микровуаль, которая дает моментальный разглаживающий, подтягивающий эффект. То есть это еще и средство для Золушки, когда ей нужно моментально буквально сделать работу по дому и вечером же идти на бал, да, то есть на какое-то парадное выходное мероприятие. То есть это моментальный подтягивающий эффект, который позволяет использовать продукт еще и для визуальной цели быстрого омоложения. И я читала отзывы тех, кто уже использует этот продукт, и наших официальных обозревателей, что этот эффект заметен, особенно на возрастной, зрелой коже, очень хорошо заметен эффект быстрого лифтинга и подтягивания. Мы не смешиваем активы, потому что очень часто они просто между собой не взаимодействуют, нейтрализуют действия друг друга, поэтому, когда вы находитесь в одном курсе, вы не используете. Берите вначале по основной потребности, которую вы испытываете. Хотите борьбу с морщинами усилить, да, берите ретинол.
Хотите усилить лифтинг, тонус, упругость, чувствуете, что кожа становится более дряблой, это пептиды. Хотите поработать с тоном кожи, с цветом лица, защитить, например, знаете, что, может быть, есть какая-то вредная привычка, или же что вы живете в большом городе, где очень много воздействия на окружающую среду, на экологию. Если вы много времени провели внутри помещения, да, есть такое понятие, которое называется сейчас ковидное лицо, то есть когда вы много времени просидели дома, кожа становится тусклой, вялой, атоничной, и тогда витамин С, конечно же, тот, кто первый спешит на помощь. Пилинг стимулирует клеточный обмен, уменьшает пигментацию. То есть выберите вначале то, с чего нужно начинать. Вот именно с того, что вам наиболее актуально. Если ретинол, витамин С и HA-кислоты лучше всего не применять летом и всегда SPF, то пептиды мы можем применять летом. Поэтому курс с пептидами я оставила на лето попробовать или чуть попозже. Ввиду, несмотря на то, что мне пришло, очень интересная упаковочка. Это ампулы. Мы ампулы вставляем сюда, да, и как-то, короче, ломается. Я еще не разбиралась, девчонки у нас пробовали. Результат от применения укрепляет и подтягивает кожу. Клинически доказано. До скорых встреч. Пока-пока.